Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Джамшид. Джамшид, сколько вам лет? Мне 17 лет. Ух. И я представляю свой родной город Ташкент. А с чем вы к нам приехали? Это песня Элтона Джона из мультфильма «Король лев». Surrender to the rush of time. When the heat of the rolling world calm its tones away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's tonight for this wide-eyed wanderer that we've got this far. The love tonight, how it's laid to rest. It's enough to make kings and wagabonds believe their very best. It's enough to make kings and vagabonds believe their very best. Ой, я сейчас посмотрела мультик «Король лев». Так классно. Один из наших любимых фильмов, мы с ними часто смотрим, своими детьми, внуками смотрю. Да, ты молодец, и как бы ты мог нас увести за собой. Ты тоже у нас шер. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, очень приятно слышать от вас такое. Очень приятный тембр голоса. Мне понравилось. Даже где-то в двух местах такой приятный хрип и выскакивали. Да? Да, и тоже было ничего. Мне нравится, молодец. Спасибо большое, спасибо. Я очень рад. Для такого юного возраста такое исполнение очень... Иногда вот замахивается и не тянут. Но, видимо, этот мультик, он так сидит в твоем сердце, ты так проникся. Очень похвально ваше исполнение. Говорю вам, да, Джамшид Бек. Спасибо. Спасибо большое. Да, мне очень понравилось, да. Давай. Да. Спасибо большое. Джамшид, я тебе тоже говорю, да, у тебя 4 да, и ты походишь в следующий тур. Поздравляю, да, до скорой встречи. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.